Вера Кожакина играет на аккордеоне с 8 лет. Последние 23 года женщина руководит ансамблем «Россиянка» в Доме культуры «Чайка». Мама Веры в 17 лет ушла на фронт добровольцем, поэтому военные песни в их доме звучали часто. И всю жизнь это моя вот профессия. Петь, развлекать, показывать то, что жизнь наша очень хорошая, красивая, и надо ее беречь. Благодаря проекту «История Великой Отечественной войны в песнях» жители города узнают истории их создания. Старшее поколение страшные годы войны помнит отчетливо. А поделиться воспоминаниями с младшими помогут фронтовые песни, уверенные организаторы. «Темная ночь» приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из любимых песен, созданных во время Великой Отечественной войны. Вот эти вот песни, они как-то лишний раз, хотя мы не забываем своих родственников, но лишний раз они нам напоминают о наших предков, которые принесли нам эту победу, которые подарили нам эту мирную жизнь. Сейчас Самарский дворец ветеранов совместно с Домом культуры «Чайка» готовит отчетный концерт к 75-летию Победы. В репертуар войдут все самые известные песни военных лет. Мария Ильчан, Григорий Плешаков, «События».